Олег Алав Гудвин представляет мануальный массаж. Авторская методика сразу с воздействием на костно-связочный аппарат. Переходим к локтевой технике, точнее продолжение этой техники. Смотрите, прием называется птичка или чайка. То есть мы локтем от крестца по верху подвздошной кости обходим дугой ягодичную мышцу и подхватываем ее снизу. Раз, подхватили. Опустили, возвращаемся в обратную сторону. То есть, как бы получается, нарисовали одно крыло вот такое, да? И в другую сторону также вот ведем, поднимаем и опускаемся. Вот, 2-3 таких прохода можно сделать. И дальше сразу переходим к спиралевидному движению локтя вдоль паравертебральной мышцы до шеи практически. Здесь наша задача декомпрессировать позвоночник, поэтому вращение мы делаем спиралевидно не вот в эту сторону. Видите, рисуется как бы там, где ближе к позвоночнику, получается мы вниз идем, да, вот это неправильное движение. А делаем снизу вверх вдоль позвоночника, вот именно такие движения. При этом там присутствует некоторая ударно-толчковая техника в позвоночно-реберное сочленение. Они где находятся? От самого, от оси позвоночника примерно это сантиметров 8, где-то 7-8, вот так вот. То есть за паравертебральной мышцей. Если эту мою мышцу отодвинем, вот мы увидим вот эти косточки, видите? Они находятся, естественно, там, где соединение с ребрами есть. То есть 12 грудных позвонков заканчиваются примерно здесь. То есть вот отсюда начинаются идти ребра, да? То есть вот в этом месте эти вот спирали бессмысленно делать. Мы их практически, ну как бы так, в легкую проходим и начинаем вот здесь вот делать. На всем грудном участке позвоночника. Так, демонстрирую. То есть вот мы остановились. Чтобы было жестче, я добавляю рычаг второй руки. И не как-то вот так вот ее держу, да, а полностью вот два локтя вместе с моим плечевым корпусом. Это получается огромная, мощнейшая ударная машина. Вот смотрите, прошел поясницу, пропустил, дальше пошел техники, и вот я вот так немножко туда врезаюсь. Видите, как бы вот эти позвоночные сочленения еще больше раздвигаю. Уже в этот момент можно кое-где услышать хруст. Второй проход, ну, возвращаемся мы мягко. И второй проход мы делаем другой, ну более широкий. Во-первых, вот видите, тут у нас получается практически 3-4 круга вот таких вот, соответственно, ребра. И более плоской поверхностью локтя. Тут смотрите, какой момент есть. Вы можете выбрать любую точку приложения и воздействия. Либо остротой локтя, да, вот самой острой косточкой прямо вот внедряясь, и кое-где даже вот иногда прям подталкивая, да, где вы чувствуете, что нужно это сделать. Если человек не может терпеть такую боль, потому что мы достаточно глубоко внедряемся, да, то тогда вот между этими двумя косточками получается вот такая вот плоскость. То есть вот мы движемся вот этой плоскостью, да. Либо еще площадь, вот так вот, вот видите, треугольничек такой, получается вообще плоский. Тут получается весь смысл именно в давлении тогда в этом случае. Вот, проходим и опять возвращаемся назад. Далее у нас пойдет прием с восьмерками для перехода к шейному отделу. И опять возврат, вот мы делали. Вот сюда. Вот такой возврат рукой, да? С движением навстречу второй рукой, да, с вибрацией. Тут мы делаем в обратную сторону. И движение с вибрацией уже идет локтем, ой, кулаком не вдоль позвоночника, а расплющивая все вот эти вот мышцы. А здесь просто захватили трапецию. И возвращаемся вот так вот к ней. Раз,
размяли трапецию. То есть это вот дополнительный прием восьмерки называется. Почему восьмерка? Потому что мы стоим на месте, да, и вот наши руки работают либо вот здесь, либо переходим, они работают вот здесь. Но это мы еще будем отрабатывать, саму технику, да? Ну вот смысл, чтобы вы поняли сейчас. Так, на этом мы сделаем паузу небольшую для того, чтобы отработать. А в следующем видеоролике перейдем уже к более жесткому продавливанию с хрустом.